Так, всем привет, это Винос, это Beginning, начало. И пока я тут сидел, как говорится, ждал утра, у нас, ну, ничего такого особенного не произошло. Я нажарил себе немножко еды, сделал несколько каменных инструментов и деревянных. Вот. И что ж, попробую вернуться к старой задаче, добраться до какого-нибудь острова, и надеюсь, меня не съедят, не убьют, или же до нормальной большой земли. Рыбки с ума сходят, пауки какие-то непонятные. Рак, ты кто? Рыбки. Ну, от рыбок мне толку нету. О, земля какая-то темная. Шмогот, обисал краб. Шмогот дозы. Это какое-то, я так понимаю, заражение. Так, я хотел проверить, работает ли у нас виамайнер, или как он там называется, с деревянным топором. Вот, не работает он, хоть ты его убей. Интересно получается. А ты с топором стоишь, да? Дух, дух, дух. Ясно, дерево мы набрали. Так, раз у нас не работает виа майнер, или как он там. Так, значит, делаем следующее. Ой, у нас тут еще и дай. Вот эта штука меня покусала. Лодку мы скидываем и забираем наше дерево. На всякий случай. Так, еда есть, оружие есть. Чё, моя есть плыть вперед. Так, сзади меня ждет какая-то рыбка. О, ты кто? Она еще и в лодку села. Ну офигеть, блин. Ты кто такой? Что тебе надо? Что-то выпало. Интересно. Так, в общем, мы куда-то приперлись, и это уже похоже на более-менее побольше остров. Так, остров невезения в океане есть. Это ж сколько мне надо было проплыть, чтобы... Да, если я сейчас помру, то мне будет не ахти. Так, ну, наверное, тут надо и оставаться. На всяком случае... Так, ты кто такой? Так, у нас есть лодка, у нас есть мясо. Как это подобрать-то? Так, что мне тут... Так, блин, опасно. Ладно, ставим тут тогда яшечек. Скидываем особенно, что мне не особенно надо. Так, чтобы подобрать вот это вот все интересное. Так, ящичек. Enchanting Scroll. Enchanting Plus. И что он делает? Ага. Пока мне не знаю, что он делает. Надо будет разбираться. Так, лодка тут. Идем смотреть. Это у нас что такое? Это у нас остров? Или это у нас все же биг земля? А что-то мне подсказывает, что это у нас все же остров. Нет, ну даже если это остров,
Эта штука похожа на очень большой остров. Во всяком случае, это минимум. Так, для начала это вроде бы как... Ну, у нас есть коробки. Так, коробки, за вами что-нибудь там есть? Земля там, еще что? Это вы куда ломанулись? Это вы меня? Фу, ты черт. Так. Так, у нас есть овечка. 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 Блин. О! И у нас есть защитники овечки. Так что делаем ноги. Пока нас тут не съели. Ясно все с вами. У нас еще овечка какая-то переливающаяся. Так, во-первых, надо покушать. Так, пока мы остаемся на этом острове, то, знаете ли, моя не знает, что нас ждет впереди. Блин, чтобы не привязаться, надо... Черт, опять что-то булькает. Ты кто? Ликанит? Иди отсюда. Брысь! Так, блин, как добрать, взять тут ниточки? У меня нету шерсти. Так, зато у меня есть вот эта штука. Есть вот эта штука. Есть брюс. Так, что нам там по заданиям дальше? По заданиям дальше нам надо квест старчинг. Это железо надо. Iron Pickaxe нам дадут Iron Eagle Stack. Ага, Iron Pickaxe. Pickaxe. Так, вот эту. Хватает там еще одно железо. Так, дерево. Iron Eagle Stack. Так, есть. Компьютер активейшн, так, так, клайм. Как этот стак выглядит? Iron Deco. Ты не настоящий? Юзач. Life Steel, блин, рецепт. Рецепт, говорю, нет. Блин! Обманули! Мне шерсть нужна, ладно. Придется попробовать тут не сдохнуть. И солнце садится и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гравит, сбивай, зомби, спринг, он заграли. Так, мне железо надо. Музычка, она, конечно, тут красивая. Алина, сдумай, работай. Блин, что ж делать-то, а? Не так все просто. Мне надо шерсть, чтобы тут привязаться. Давай, падай. Так, очень много дровей надо. Работаем, 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 работаем. Не хочу я в норе жить. Да не по-человечески это, я человек, а не норное животное. Так, сюда. Сидемус. Там кровавая луна, да? Ну, спасибо, блин. Нет, извините. Я лучше в норе пережду. Я так понимаю, сегодня и спать бы и не смог. Так. Так, я норный человек. Я хороший, я никого не трогаю. Я собираюсь жить вот тут вот, в норе.
Никого не трогать. Фонарики есть. Отставим сюда чашу. Поджигаем ее и живем спокойно, никого не трогаем. Если кто придет, я его тут загублю. Так, доступ к своим штукам. Фу. Я уж думал, у меня вылет произойдет. Так. А что кровавая луна нам плохого... Ой-ё! Ты кто? Красавец, слушайте, ну, ей-богу, выглядит красиво, но я понимаю, и убивает так же красиво. Так, ладно, безопасность превыше всего. Ты кто? Ты меня не достанешь, а? Ай-яй-яй, а тут ты меня вытащишь. Ты кто? Мужик, иди отсюда. Ладно. Я хороший мальчик, я к тебе не пристаю. Так, дальше, что у нас там по заданиям? Нас вроде бы никто тут достать не может. Так, дан. Сделали. Меч. Кланченс компакт, клайн, гигант, ченс, кубышча, 4 торча. Ну, делать нечего, пошли. Я, как простой человек, могу копать, могу не копать. И если не ошибаюсь, иногда из камней может что-то у нас выскочить. А мне умирать особенно не очень охотно. Так. Уголь. Хорошая новость. Так, фонарики берем. Мне надо не только уголь, мне надо еще и два железка. Так, так-то оно, значит, там не уголь был. Ай! Вот оно! Извините, ребята, кому надо новые штаны, мне... Болит! Откуда? Твою ж... Остров ты мой, остров. А еще и рычит кто-то. Две тысячи 550. Хорошо, у меня могила есть. Так, берем это. Ждем утра и плывем к своему острову. Ладно, ждем утра. Так, дождался утра. Ждем. Не, ты сам сдох. Я к тебе не... Ну ты кто такое? Что ты тут такое? Блин. Так, еда у меня нету, кроме вот этого вот. Но сытно. Так, ты там сдохни. Так, тут нас вообще-то атакуют иногда, да? Так что лучше перед собой иметь. Так. Ать! Твою ж. Где ты там? О, какая няшка. Какой ты красивый. Только у меня с энергией не все в порядке. Так. На месте смерти ничего не осталось. Во. Так, что мы с тебя сделать можем?
Вот это мне нравится. Ну-ка, ага, некроманта книгу. Так, юзать вроде сушить можем, да? Солью смешать. Так, Так, я бы хотел бы, конечно, поплыть туда, но пару тысяч, так что воспользуемся право налево. Так, телепорт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сдохни, тварь! Респаун. Блин. Так, я так понимаю, я тут часто помирать буду, пока у меня не будет кровати. Waypoints. Где я там умер? Телепорт. А, его надо киркой, насколько я... Так, ты сдохло? Фу, что-то оно тут подохло. Так. Блин, у меня тут еще все забито. И там наверху что-то орет. Так, я где-то ж брал фонарики. Вот они, фонарики. Так, а вот оно и железо. Блин, и что мне делать? Как мне сейчас... Что мне делать, как мне быть, как про проблемы позабыть? А, я его, наверное, фонарик. Так. Так, это ты иди в сейф. Пока мисс Д. Мне надо забрать все вещи оттуда. Вроде бы все забрали. Так, моя сундука вот тут. Как эту хрень загубить? Ай! А! Фу! Все? Кто-то там чичинь делает. Ага. Так нечестно. Я тебя бью. Во. Так, значит, следующее. Я там все подобрал. На нашем месте смерти. Ага, вроде бы все. Так, значит, у нас тут все же появляются ликаниты. Ядрит их Мадрид. Так, значит, мне требуют сейчас сделать меч. Ну, я их понимаю, меч вещь полезная. Так, меч, блин, как бы тут опять не нарваться на какого-нибудь ликанита. Тихо, 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 тихо. Все, идем наверх осторожно, чтобы никакая нас тут не загубила. Я спокойное, норное животное. Так, это сюда, нет, это сюда, а это вот сюда. Так, где моя княженция? Так, это ящик надо. Никого нету, нету. Так, вот так. Мне надо доступ к этой вот штуке. Ты идешь со мной. Штука. Так, норы. Я буду норное животное пока, мисс Ульш, извините. Так.
А, через лампу ходить можно, это хорошо. Так, все необходимое возьмем сюда, что можно, да? Так, отсюда заберем еду. Так, в ящиках пусто. Железо есть. Так, вроде бы все помещается. Так, это не вылазит. Так, это заменим на еду. Еда это у нас вот это. Так, где наш бог? Квест. Сделайте Iron Sword. Для этого нам надо палочки. Палочки один. Ага, один штука. Так, надеюсь, делается по старому предмету. Да, Iron Sword. Quest complete. Что нам дают? Climb. Done. Так. Убить 5 зомби. А я же трех убил. 5 скелетов, 5 хантаск и, ну ясно, это сложно пока мисс. Баг по холдинг. Серьезно? Стрейнер. Solitary Stranger. И что дадут? Тропи Дип. Стрейнер. Ватер Стрейнер. Что-то знакомое. Стрейнер. Что-то у нас такое. Солид структуры Стрейнер. Ага, железо. Вы издеваетесь? Квест. Соли, структура, стрейнер. Стрейнер, база. Стрейнер, база. Опять железо. Нет, извините, пока не... Так, у нас на улице дождик. Капелька, водяная сабелька. Так, все, что мне не надо, пока не сюды. Так. 29 факелов сюда. Извините, буду пользоваться ТП, иначе я тут долго буду... Ага, у меня железо. Так. Так, это, наверное, сейф пока мизе. Это сейф. Ну что, идем пробовать нашу овечку раздет. Если она еще там есть. Овечка, твоя охрана пропала, а они задеспавнились. Я кроват хочу. Так, вот они ходят, наши каоуки. Каоуки. А мне надо овечка. Овечка, овечка, возьми, человечка. Так, каоуки. Каоуки. А где овцы? Мне одна овца нужна, и я с нее, может, шерсть собью. И уже ночь приходит. Так, еще одна каулка. Так, у нас тут пустынька. Так, каулка, ты вроде тут одна, или там вас много? Ты на меня нападать не собираешься? Молодец. Так держать. Еще одна каулка. А, и по-моему, если у них стадо, то они тогда защищаются. Опять бессонная ночь, да? Блин, скоро стемнеет, а я не нашел овечку. Овки, вы меня то трогать не будете, а? Я мимо пробегу, только не агрись. Так. О, еда. Полезная штука. Блин, иногда фризит. Почему, не знаю, но фризит. Так, с голоду живы будем, не помрем. Так, у меня железный меч. Коробку не нашел. Ну что, день прошел замешательно.
сегодня вроде бы не кровавая луна. Блин, кто вот вы такие? Так, замуровываемся для начала от всяких этих тварей. Вот, если кто придет, то я его смогу достать. Это сюда. Так, у меня только 4 ниточки, 6. Так, а рецепт ниточек? Индустриал Хэмфада. Хеп. Ага, так, это не подходит, не подходит. Нет, нет, нет. Нет, нет. Говорите, индустриал Хэмфада. Так, индустриал Хэмфада, я знаю. Где мои... Куда она исчезла? Что было? 9. Чё? Какая-то непонятки. Так, раз, два камня. Я так понимаю, делается из этого. Ага. Time to... Тут никого опасного нету, нету, да? Опять ты! Ты! Тварь поганая! Еще одна! Не-не-не-не, я по норам. Так, у меня железа нету. Блин. Пролет. Приходит ночь. О, этот испугался, да? Ладно. Альвинос уходит в подполье, а мы встретимся в следующей серии. Я пережду ночь так вот спокойно, без всяких, и встретимся утречком в стране. Так, дерево. Дерево. Древесина у меня есть. Так, древесина у меня есть. Так, надо еще одну сделать ящику. Чисто для еды. Так, ящука, ты будешь жить тут. Если какая-нибудь тварь не вылезет. Не, вроде бы не вылезла. Так, скидываем сюда. Это все еда. Еда, еда, растительность. Вы мне сейчас пол ящика забьете и растительность. Так, вот, не, это канола. Канола. Мне надо хэмп. Хэмп из Immersive Engineering. Так, это сюда, всю растительность. Так, вроде бы все, вот это вот еще можно убрать сюда. В общем, моя будет жить тут. Если моя, никто не будет обижать. Так, вот это вот берем. Вроде бы никого. Все в океане. В океане море. Ничего, ничего. Вот. Выпадал хэм. Не дают просто. Будем сами добывать. Так, там у нас вроде бы есть маленький участочек, где плавают всякие твари. Ух ты, сколько ж вас тут? Да сколько ж вас тут, маткин берег? Ага. Моя садит хэм. Коноплю. Вот, моя садит конопля. Конопля есть расти. Моя садит пшеница. Пшеница есть расти. Так, вроде бы все. Там
то, что мне не надо. Так, моя освещать немножко. А, нет, 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 только не сильно. А, иди отсюда. Нет, только не Джон Сина. Чё, я бегать-то не могу, ёдочка. Ты это... Кто? Фу. Аж в усах зазвенело. Ладно, спасибо за... Блин, если это такая тварь ко мне подойдет, она же все нахрен разнесет. Не, ну вы видели, вы видели? Ёбашкин рот. Эй, ты! Кто ты там такое? Блин, эти рыбки, они меня задолбали. Ну да, это тебе не... не, не. А ты... Ух ты, какой злой! Такой с щупальцами. Крутит такой, понимаешь? Так, надо осветить. Я посвящаю это место Нью-Иркман, назовем город. Нью-Иркман. Да умирайте, бляха. Нью-Иркман стан. Ты это меня увидел? Или это ты там пошел поплавать? Ну да, сходи к жене, детям там. Ты чей ты? Ну, один плюс, что не умирает с одного удара. Съел тебя этот хитбокс, блин. Так, ты, тварюга, мы тебя загубить-то можем. В всяком случае, рыбу поймал. Ага, наступает рассвет, наступает новый день. Блин, надо применить будет тактику из этого, из Mo Creatures. Наверное, так и сделаем. Будем вас, твари, ловить по-другому. Есть такая шутка. Латвийская огородная шутка. Это что там летает у вас? Вот такая шутка. Вы сейчас сами ко мне придете. Во. Идете хитбокс, блин. Твою ж налево. Вот так вот делаем, а они... Да блин, где у тебя этот хитбокс-то? Вот, сюда будет залетать всякая непотребная живность, а мы ее будем есть, убивать. Да? Угу. Ну, блин, чуть не так, надо еще. Вот. А тут она будет приплывать, а мы ее будем убивать. Песочек оставляем. Так, печка тут, конечно, у меня в тему стоит. Так. Ты будешь использоваться как кусочек чего-то из дома. Вот. Ну что, наступил новый день. Я думаю... На сегодня то оно, наверное, хватит. Вот, увидимся в следующей серии. А с вами был Альвинос. Надеюсь, вам это все нравится. Так, вот, 4, да. Это у нас, значит,
можно сделать ведро, ведра не жизни в Майнкрафте. Вот. Так, и мне интересно, мне засчитали этого зомбака или нет. Так, эту я штуку засунул сюдемус. Красиво, птички поют. Да, так. Один из пяти. Ага, то есть когда квест под... запилился, тогда ясно, то есть стоит. Стоит тут немножко поиграть за кадром. Вот. Ладно, я уже тут начинаю думать, чем заняться, куда пойти, куда податься. Так, еще посмотрим эти самые квесты. Может, что-то интересное найду. Так, квест дан. Пикапа Реборн. Микки Донглис. Gold Item Stack. Ну, спасибо, конечно. Пикапа Реборн. Реборн. Это что у нас такое? Реборн, наверное. Реборн. Вот она, пикапа Реборн. Блок Айрон. Блок Редстоун. Спасибо. Квест. Getting Starting. Значит, Tool Forge. Ага, то есть вот это вот гриндер нужен. Гриндер, сейлка, кокован, эссеншнл, ясно. Put and stuff. Cooking of Bloodness. Квест. Ага. За него ничего не получим. За это recurred. Storage problem. Better storage. Есть storage. И золотой, ясно. Философский камень. Философский камень. Ага, Block of Steel, Goldstone, Essential, Gacket, это под из Abyssal Craft. А, понято, не так оно все просто. Digital Storage, понятно. Boom. Yellowrium Dust. Item Placeholder. Ender Stuff. Light Silix. Тогда приплыл. Здрасте. Во. И где вот этот, хит? Да, вот насчет этого я не подумал. Так, значит, надо переделать это. Так, что-то я уже дальше начал играть, вроде бы так, да? Вы не заметили? Так, каблы у меня вроде бы... А где мой каблы? Вот оно, мой каблы. Что-то я так... Compact Game Strange Cube. А, ну вот. Есть чем заняться. Так, это сюда выкидываем. И под конец серии Compact Storage Cube. Вот. Идем, там у нас уже раздолбанная площадка есть. Чуть не поел. Так, Compact Storage Cube. Блин. Ну, пожелайте мне удачи. Так, это что за... Я так понимаю, у меня сейчас тут лава и все залито.
Сколько ли там? Так, F9. Чанг. Ну, штучка славы не понравилась. Во всем я нахожу плюс. Ух ты, блин, только ты очень далеко идешь. Интересно, насколько она глубокая. Так, я еще голодный. Ладно, это мы выясним в другой серии. У нас тут он друзья плавают. Вот, моя ферма рыбы работает. Я так ее ловил обычно в этом самом... Что вот можно это выкопать? И тогда будет вот этих затягивать. В общем, ладно, это был Арвинос. А то я сейчас заиграюсь. Вот начало, оно мне нравится. И, богу, как по духу скажу, оно мне нравится. Вот это вот кокин салмон поедим и распрощаемся. Так, тут у нас никого. Тут лавы нету. Хорошо. Вот. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. С вами был Арвинос. На новой сборке. Там что-то beginning. Что ж, жизнь налаживается. Пока.